На льду заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Бесспорно говоря о выдающихся результатах, которые показала Ирина Роднина, нельзя не сказать о ее замечательных наставниках. Конечно, Станислав Жук и Татьяна Тарасова, которые сделали очень-очень много для того, чтобы Ирина вновь и вновь поднималась на пьедестал почета. И Алексей Ягудин, воспитанник Татьяны Тарасовой, сейчас подарил свой новый показательный номер Ирине Константиновне.